традиционного выноса воинского знамени 111-й гвардейской артиллерийской бригады началась торжественная церемония, приуроченная ко дню ракетных войск и артиллерии. Этот праздник был учрежден президентом Республики Беларусь в знак признания заслуг военных в обеспечении обороны и безопасности государства. Он послужит возрождению и развитию воинских традиций, а также повышению престижа военной службы. И сегодня этот день по-настоящему значим для наших военнослужащих. День артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября. Современная история новой артиллерии берет начало еще с 1942 года, поэтому в этом году мы отмечаем круглую дату – 80 лет. Но это современная история. Но артиллерия – это один из самых древний род войск. Но современная история начинается с 1942 года. Воины и артиллеристы за этот год и в последующие годы показывают свою хорошую выучку, показывают хорошие результаты. И в этом году мы находимся в лидерах в войсках западного оперативного командования, наша бригада. Поэтому с достоинством встречаем наш сегодняшний праздник. Сегодня у нас проводится день открытых дверей, приглашаются гости, родители могут приехать посмотреть быт своих сыновей, ознакомиться с образцами техники. Ну и также традиционно у нас всегда на таких мероприятиях присутствуют дети. Начало мероприятия ознаменовалось потоком торжественных слов. Командир 111-й гвардейской артиллерийской бригады Николай Кудласевич, а также первый заместитель главы администрации Московского района Сергей Крачко поздравили военнослужащих с наступающим праздником и пожелали каждому из них верно служить на благо Родины. Это очень актуально. Присутствуют на данном мероприятии, вы видите, у нас здесь и детки маленькие, школьники, которые тоже своими глазами увидят, что наша армия достойна, образцы техники тоже достойны и соответствуют всем мировым трендам. На мероприятии состоялась торжественная церемония награждения лучших военнослужащих. Им вручались заслуженные грамоты за успехи в их нелегком деле. Каждый из награжденных внес свой посильный вклад в создание безопасности на территории нашей республики. Грамота получена в сегодняшнем преддверии нашего праздника за усердие по службе. Отличную, хорошую работу, за выполнение своих служебных обязанностей в преддверии праздника. Очень приятно получить подарки от нашей воинской части, от командира, от начальника. Праздник, как бы для всех он праздник, но для нас, артиллеристов, он отдельный наш праздник. Сегодня, как и прежде, ракетные войска и артиллерия стоят на страже рубежей родной страны. И в свой профессиональный праздник военнослужащие данного рода войск получают поздравления от руководства и друзей. Каждый из этих солдат всегда готов защитить нашу Родину, а мы благодарны им за верность службе.